еще не был. По работе, блин, отвлекли, вот, жалко, вот, как бы, так уже было бы закрыто было все. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще... Ну все, я вот обратно в тела. От подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Добрый день. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Блин, надо пуху ложку менять. Все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов!
Кто, блядь, сбил таски? Все. Зачем бомжатскую дали? Понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Да, желательно, чтобы налет их ставили и били там. Это место станет вашей могилой. Сзади. Разбивайте. Я понял. Сзади ее заберешь? Забирай кого-нибудь. Блять, в босса очень мало ДПС вообще идет. Причем я хуй знает, жуков тоже мало ДПС. Thank you.
Я Мишку шестерку в соло тоже даю. Два появилось. Одного зашаплить могу. Вот сука, блять, опарыш ебан. Сферы, сферы. Разбей сферу там из-за тебя. Есть одна, есть одна. Надо льду. Стой, следующую потом разбей, нормально. Я шипов не видел. Их просто не было. Блять, вот сейчас на дерево бежало, можно было просто болт дать и откатить его вплоть до самого откапывания. Под босса встаньте. Я пуху себе хочу сменить с травмы на какую-то другую, бля, а то прохнет. На меня ругались сейчас. Из-за этого. Пожаловать на испытания крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. А кстати, вот это там, как его, этот, Ока, Гер, там, что будет вообще за шмот? Ох ты. Значит, в феврале Черный храм будет. Ну, с выходом охотника на демонов, это вероятно. Честно, я ими в Легионе поиграл, когда на официалку вернулся. Мне понравился класс как танк. Ну, можно, конечно, помечтать о том, что Сирус X2 сменит ядро на легионское. Там механика у него, конечно, да, интересная, такое. А смысла я тут в нем не вижу. Под монах сюда можно запихать. Вот прям он сюда пишется хорошо.
Мод-то 5, он не с катаклизма, а с этого, как его, со следующего патча, там, Дренор, да, вроде бы, идет. А, нет, панда. В эти-то еще ладно, вот, в принципе... Монахи, в принципе, еще можно, как хилами, тут вообще впишутся прям очень хорошо, а как вот я метанчил тоже вот монахом. Агро у него слабенькое, честно. Вот. Тем более с учетом то, что они в БФА порезали танков в агро очень сильно. Там только вот медведи до рыцаря смерти танкуют и все. Паладинов, как танков, они там вообще да, вряд ли, друг. Скорее всего, 3-3-5 уже на подкатаклизм, который был. Там за несколько дней на катаклизм отдал. А, кстати, вот на эту горку забирался, где вот это вот, на шестую категорию. Ну, 335А, это уже, говорю, вот это уже под катаклизм был. То, что там буквально за, точнее, даже за полгода до катаклизма вот это вот обновили. И там потом начали МПЦ пихать, вот эту, которую там с вывесками стояли, и вот это то, что, как говорили, о конце света, вот это всякое такое. Давай по танцу, грубо говоря. Там вот на королях, правда, вот то, что там я дальше один уже смогу. Да, них все тоже в 25-ке в соло танчу. Что я там танчу-то? Что-то маленький говорите, да? Угу. Блин, тут альянс тупой, какой-то кошмарный. Они же, кстати, наныли то, чтобы бабу эту увеличили-то на остров. Гоблинс там еще как поставит еще. Локи же есть, да, уже там. Все. Так, надо какую-нибудь гильдию найти для сноса ЦЛК 25-ки, гир.
Да как бы так все хочу, целка 25-ку держа. Я там до кого на Синдрагосе был, там гильдии мы пытались 2 недели убить, в итоге не смогли, и гильдия развалилась. Мы его гильдию вот на. Да, насчет так... интересности это один вопрос. Был бы он рабочий еще на церкви. А овки его убили через 3 недели после как он вышел, и все, и вышли от. Вот я сейчас на X1 Сируса играю, на Фростморне, там, блядь, половина пришло с циркуля. Я там, да. Я там тоже, у меня буквально прям 200 до 80-го осталось в этом половине. Они, блядь, на магика в обычку уходят, по 3 человека на куб ставят. И у них в итоге на кубах 15 человек стоят. А магик, блядь, убивается там за 40 минут. Зато с первого трая. Ну, магика убивали, блин, вообще в 10 человек. В смысле, у него же 264-й кольц. Да. Он просто наебал. Я просто посмотрел сначала тебя как МТ, а потом посмотрел ОТ. Думаю, я понял, блять, вар неплохой. Да, она сейчас стоит, эти 245-е боешки, они стоят 3-4к. На аукционе. У нас даже с гильдией не это. У нас даже с гильдией их не пиздец ГБ. Потому что я не помню. Да.
Кто-нибудь знает вообще с X1 Frostmourne на X2 переводит голду? Вот я тоже 400к с X1 перевел сюда. А я бы туда пустоту с этим, с ледяными шарами. Секунду сейчас, тоже респект пойдет, сейчас этот чайничек поставлю. Рога просто под дыханием Аниксии не убит, и все. А можно каску с МП5 обновить по друидам? Тебе 8 минут хватило бы. Бля, РДДшников вообще мало. Провал он еще какая-то непонятная. Сова 8К, 200, почти 260. Бля. Минус гер. Да ладно. Может, посадим быстрее. Thank you.
Ой, трэш, 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 скилла заберите, мне человек 10 идет. Держи бот. Спасибо. Надежда на то, что он в курсе. Просто ты. Ну, в тик не попадает. Было больше шаманов, больше тотемов, больше тиков. Может, ДК бомжи там отдадут? Найди БР хотя бы этому шаману. Это вот который из джоков, да, вот валяется. Блин, я отдать не могу, у меня интерфейс забагался. О, убили. Значит, кто на груле магика, тот остается в пати, правильно? Мы же уже прошли. Да. Так, сейчас же разрол тогда будет, да? На кольчужке на конта никакой нету. По-моему, я смотрел, вроде не было. Йоши, если что, на спектру. Если танку нужно, пускай забирает. Вау.
А там, кстати, ты поезд на ролл кидал танк скилли просто? А. Не-не-не, он же мейн шел, поэтому. Груль магику от скольки будешь набирать?